25 марта в Куропатах пройдет акция по благоустройству территории урочища. Инициатором выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Таким образом, будет дан старт проекту по сохранению исторической памяти. Идея о создании национального мемориала в Куропатах прозвучала в ходе общественного обсуждения и круглого стола, организованного по инициативе газеты «СБ Беларусь сегодня». Участие в нем приняли ученые, историки, журналисты. Дискуссия вокруг места массового захоронения не утихает, а урочище зачастую становится поводом для политических провокаций. Пришло время пересмотреть статус этого места. Федерация профсоюзов призывает подключиться всех неравнодушных. Каждый, кто неравнодушен, может принять участие в трудовой акции, которую мы 25 марта объявили, где принимают участие общественные организации, принимают участие политические организации, люди независимо от национальности, от вероисповеданий. Белорусы, как никакой другой народ, понимают, что такое сегодня мирная жизнь, что такое сегодня мир на земле. И мы должны все вместе заниматься тем, чтобы сегодня вот это самое дорогое, стабильность и мирную жизнь мы вместе сегодня охраняли и вместе сохраняли. Потому что сегодня есть разные политические силы, разные сегодня есть люди, которые готовы воспользоваться любыми возможностями, чтобы дестабилизировать обстановку. И это мы не должны допустить. Сохранение и восстановление культурно-исторического наследия – постоянная работа для Национального профцентра. Федерация профсоюзов Беларуси совместно с общественными объединениями, трудовыми коллективами и молодежью проводит масштабную деятельность по восстановлению мемориалов, памятников и мест захоронений. Одним из таких проектов стало благоустройство мемориального комплекса «Шаулищи» в Волковыске.